Приветствую, дорогие друзья! Из всей королевской семьи до сих пор самой любимой в народе остается принцесса Диана. Своей открытостью и естественностью она покорила сердца миллионов людей по всему миру. Многие воспринимают леди Ди как образец человечности и доброты, но мало кто помнит о том, какие напряженные отношения у нее были с собственной матерью. Недавно в зарубежных СМИ появилось сообщение, которое напоминало об этом. Ингрид Сьюарт, автор книги «Королева и Ди. Нерассказанная история», много времени посвятила изучению королевской семьи. Ингрид начала писать свою книгу еще при жизни Дианы. В процессе написания она проводила время с принцессой и ее детьми Уильямом и Гарри. И вот, спустя годы эксперт по королевской семье рассказала журналистам об отношениях леди Ди с матерью, Фрэнсис Шент Кит. Писательница вспомнила, как во время одной из бесед Диану взбудоражил безобидный вопрос о своей родственнице. «Когда я спросила, что думает ее мать по поводу жизни при дворе, обычно спокойная и тихая Диана без всякого предупреждения взорвалась и практически выкрикнула: „Я никогда ничего ей не рассказываю“». Писательнице так и не удалось узнать причину такой вражды, но Ингрид предполагает, что это связано с разводом родителей. Сьюарт считает, что Диана не смогла простить матери уход из семьи. Ингрид Сьюарт отмечает, что хотя на публике дочь и мама показывались вместе, отношения между ними были далеко не дружескими. А незадолго до роковой аварии Диана сильно поссорилась с родительницей и последний месяц жизни не общалась с ней. Стоит заметить, что в начале 2000-х годов бывший дворецкий Дианы также рассказывал журналистам об отношениях между принцессой и матерью. По его словам, последняя ссора леди Ди с матерью случилась, когда Фрэнсис Шент Кит грубо высказалась о новом возлюбленном принцессе, докторе Хашет Хани. Дворецкий вспоминал, что мать Дианы была властной особой и часто не стеснялась в выражениях. Диана была четвертым ребенком в семье. Она появилась на свет спустя 7 лет после свадьбы родителей. В 1967 году мать будущей принцессы подала на развод и вышла замуж за бизнесмена Питера Шант-Кида, с которым прожила до конца жизни. Матери Дианы не стало в 2004 году. Do you think you'll ever be queen? No, I don't. No. I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts.